Выход к центру связи Sixen Telecom, службе техподдержки и лабораториям Gemini Exoplanet Solutions. Сотрудники компании «Севастополь Транзит» благодарят вас за то, что пользуетесь нашими услугами. Сан-Кристобаль и центру андроидов. Рипли, Тейлор здесь. Рипли, там Рипли? Не волнуйтесь, Тейлор. Как она? Ей нужна помощь. Госпиталь недалеко, но я не мог ее оставить. Я пойду гляну, что там найдется. Вы побудьте с ней. Попробую починить передатчик. А что делать, если эта тварь появится? Прячьтесь. Несанкционированное проникновение. Транзитная линия отключена приказом Аполло.
Уважайте других пассажиров. Не мусорите в вагонах. Помощь нужна. Мне нужен врач. Слышите? Где вы? Погоди, не слышу. Поднимайся, я открыл тебе лифт. Давай быстрее, что ты там копаешься? Через дверь даже не пытайся. Она заблокирована. Лезь через вентиляцию. Посещение с 10:00 до 13:00 и с 15:00 до 19:00. Сейчас у нас не лучшие времена. Ну да. Я Рипли. Я ищу врача. Я врач. Моей коллеге нужна помощь. Нужны медикаменты. Мне тоже. К сожалению, здесь у меня ничего нет. Придется спускаться в амбулаторию. Как мы туда попадем? Мы? Ты же видишь, я нездоров. Давай, ты поможешь мне, а я тебе. Найди код к служебному лифту, а потом вместе спустимся в госпиталь, ясно? Код? Ну да. Я тебе все подскажу. Код доступа может быть у Морли или Лингард. Сначала загляни в кабинет к Морли.
дальше. Здесь содержались пациенты с расшатанной психикой, те, кто не смог адаптироваться к выживанию в космосе. Бедняги. Не бойся, никого из них тут нет. Дальше, дальше по этому коридору. Доступа нашла? Нам еще нужен магнитный пропуск. Морли всегда носил его при себе. Найди его. Внимание. Нарушение карантина в госпитале. Внимание. Успокойся. Нарушение. Я сейчас выясняю, в чем дело. Ты должна найти пропуск. Черт.
Погожий летний день. Вы на кукурузном поле смотрите, как убирают урожай. Что вы чувствуете?
дальше. Здесь содержались пациенты с расшатанной психикой, те, кто не смог адаптироваться к пребыванию. Говорите, куда идти. Космосе. Бедняги. Не бойся, никого из них тут нет. Не потерплю к себе такого отношения, Морли. Понятно? Сегодня я не смог войти в амбулаторию по обычному коду. Как вы, Слингард, прикажете мне исполнять свои обязанности, если вы ограничиваете мне доступ к медикаментам? У меня пациенты, которым необходима медикаментозная поддержка, особенно в нынешних условиях. Я не позволю ущемлять их интересы. Считай это официальным предупреждением, и не думай, что я блефую. Нет, нет, не туда. Вы видите перед собой крепкий и теплый скафандр. А какое перспективное было место, какая трагедия, какой талант пропадает. Добей от солнца дальше, дальше по этому коридору. Ты на месте. Это кабинет Морли. Наверняка там где-то есть код. Код доступа нашла? Нам еще нужен магнитный пропуск. Морли всегда носил его при себе. Найди его! Нарушение карантина в госпитале. Внимание. Успокойся. Нарушение. Я сейчас выясняю, в чем дело. Ты должна найти пропуск. Черт.
дальше. Здесь содержались пациенты с расшатанной психикой. Те, кто не смогут... Нет, нет, не туда. Говорите, куда идти. Понятно? Сегодня я смог войти в амбулаторию по обычному коду. Как вы, Ринген, прикажете мне исполнять свои обязанности, если вы ограничиваете мне доступ к медикаментам? Пациенты, которым необходима медикаментозная поддержка, особенно... Дальше, по этому коридору. Я не позволю ущемлять их интересы. Считай это официальным предупреждением. И не думай, что я блефую. Ты на месте. Это кабинет Морли. Наверняка там где-то есть код. Код доступа нашла? Нам еще нужен магнитный пропуск. Морли всегда носил его при себе. Найди его. Внимание. Нарушение карантина в госпитале. Внимание. Успокойся. Нарушение. Я сейчас выясняю, в чем дело. Ты должна найти пропуск. Черт.
Морли. Морли.
Вы видите перед собой крепкий и теплый скафандр. Вы надеваете его. Вы
Чтоб тебя, Кульман, ты знал, что там эта тварь! Клевета! Я не знал, я лишь предполагал. Чуешь разницу? Говори код. 17.02. Все спускаемся в амбулаторию. Конечно, конечно. Извини, что так вышло, сама понимаешь обстоятельства. Я сейчас выйду в соседнюю комнату, введу код и включу лифт. А потом спустимся, пропуск у нас теперь есть. Все, сейчас вещи соберу и пойдем. Компании Сиксон. Будьте спокойны за свое здоровье.